В Люберцах в микрорайоне «Высшая школа» открылся новый расчетно-кассовый центр. В нем люди смогут без комиссии оплачивать все услуги ЖКХ. Воспользоваться центром может житель любого района города. Расчетно-кассовый центр находится по адресу Хлебозаводской проезд, дом 1. Это 30-я точка в Люберецком районе, где принимают оплату за услуги ЖКХ без комиссии. При выборе места расположения объекта учитывалось пожелание людей. Хлебозаводской проезд является большим пешеходным трафиком для людей. То есть люди по утрам идут в сторону электрички, в сторону маршруток и вечером идут обратно. То есть для них оставлять будет удобство зайти по пути, оплатить определенные услуги. Оплата услуг ЖКХ принимается как наличным, так и безналичным путем. Расчетно-кассовый центр охватывает около 40 домов, но воспользоваться его услугами могут жители со всего Люберецкого района. Порядка 15 компаний управляющих, которые находятся на территории Люберецкого муниципального района, мало того, даже из поселений, и Октябрьск, и Малаховка могут прийти сюда и заплатить без процентов. Расчетная касса работает по будням с 9 утра до 6 вечера. Для удобства жителей в ближайшее время воспользоваться услугами центра можно будет и по субботам. Луиза Егиазарян, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение.